Мексиканские археологи нашли захоронения людей к востоку от руин древнего города Куикуилька. Возраст могилы – 2400 лет. Ее обнаружили на полуметровой глубине. Захоронения находятся на территории поселения, которое существовало в предклассическую эру. Археологи нашли ее 11 лет назад, и с тех пор раскопки продолжаются. Вероятно, это деревня. Ее назвали деревней предклассического Тлалпана. Ученые раскопали уже 10 скелетов. Два принадлежали молодым женщинам, один – взрослому мужчине. Есть и останки детей. Одному было не больше 5 лет, другому – примерно месяц. Остальные скелеты еще не идентифицированы. Среди останков нашли сосуды и другие изделия. Некоторые предметы лежали в руках умерших. Ученые полагают, что эти люди вместе участвовали в каком-то ритуале. Специалисты надеются, что открытие поможет больше узнать о первых человеческих поселениях, которые возникали южнее современного Мехико. Найденная деревня была заселена в течение 5 веков, в период между 700-ми и 200-ми годами до нашей эры.